Наверняка у вас есть старая скамейка на даче, и вы неоднократно подумывали, как бы восстановить ее внешний вид. Сначала мы рекомендуем снять остатки лака или краски с деревянных поверхностей, используя шлифовальную машинку. Одновременно с этим с сиденья уберутся все неровности. После завершения работы сметите со скамейки осевшую пыль. Скамейка готова к покраске. Мы советуем использовать специальную краску по дереву от фирмы Тикурила. По желанию перед покраской можно покрыть скамейку грунтовкой, но помните, если вы используете латексные краски, то и грунтовка должна быть латексной. То же самое касается и масляной краски. Красить нужно по направлению зерна древесины. После того, как закончите с сиденьем, выкрасите металлические ножки у скамейки. Хотите такую же или похожую скамейку? Заходите на наш сайт садового декора hitsad.ru.